Расскажи, как долетел, как добрался? Долетел хорошо, тоже добрался без происшествий. Очень рад, то, что приехал в сборную, готов к тренировкам. Ожидал вызов, честно? Ну, сомневался, конечно же, так как сейчас на данный момент без команды, но повторюсь, то, что вызвали, и очень этому рад. Как здоровье у тебя сейчас? Здоровье хорошо, ничего не тревожит, все нормально. Есть какая-то определенность с клубом твоим будущим? Пока определенности нет, сейчас я сконцентрирован на сборной, на предстоящих матчах Сербии и Венгрии, а вот дальше я уже буду решать. Сегодня тренировка такая была в усеченном составе, когда-нибудь тренировался втроем? Да, у нас на базе «Зенита», когда выходили все ребята из карантина, мы там собирались по 2-3 человека, так что мне это знакомо уже. Как поддерживал форму в последнее время? Тренировался индивидуально, иногда с личным тренером, иногда с отцом, так что без дела не сидел дома. Как форму свою оценишь? Ну, тяжело оценить, так как на поле я практически не тренировался с командой. Посмотрим в ближайших тренировках.